Сегодня днем екатеринбуржцы, комкая сводки гидрометцентра в руках, снова с надеждой взирали в темные облака, ожидая дождя. Но, кажется, снова грозовой фронт прошел стороной, как и накануне. Правда, накануне кое-где долгожданные ливни и град в придачу. Все же побили, промочили и потрепали отдельные города и поселки губернии. Больше других досталось горняцкому Буланашу. На него и град просыпался, и ветреный ливень его прополоскал с осенним остервенением. В большом городе, по свидетельству очевидцев, дождик накануне покапал лишь в некоторых районах. Правда, из-за ветреной погоды августовский градус жары упал на несколько рисочек. И сегодня в Екатеринбурге было хоть и не дождливо, зато ветрено и прохладно. По долгосрочным прогнозам синоптиков, на следующей неделе жаркий градус снова поползет вверх. И что самое грустное, на ближайшие 10 дней гидрометцентр не обещает нам ни дождинки. У соседей на западе и востоке с дождями получше. В Тюмени вообще прошел ливень с грозами, да такой, что деревья качались, того и гляди, обломаются. А в одном из продмагов города, в Пятерочке на Одесской улице, дождь капал с потолка и растекался большими лужами. В Перми возле одной из школ подростки на радостях валялись в огромной луже, плясали и жутко матерились. Вероятно, не нашли другого языка, чтобы выразить свой восторг. А екатеринбургцам пока приходится с завистью наблюдать за мокротой по-буланашски.